Конечно, бесконечно гадать, а что, если бы у нас не было никаких нулевых? Ни людей, ну, тех самых, о которых все говорят, ни событий, которые до сих пор обсуждают. Многие, набившие оскомину, но оттого не менее яркие приметы прошлого, мы с легкой руки иностранцев привыкли называть коротким словом «трэш». Этого самого трэша было много и в музыке, и в кино, и в политике. У известных британских рокеров из группы Suede есть даже песня с одноименным названием. Сегодня она невольно звучит как гимн нулевым. И тут, наверное, каждый должен сам разобраться, как и где среди этого трэша отыскать то, что поможет дальше идти. Но не может же быть все так безнадежно. Это было Центральное телевидение. Не забудьте включить телевизор ровно через неделю. Надеюсь, до встречи.